Сегодня решили замутить пиццу, поэтому делаем тесто. Реально, как бы, купили терочку, вроде красивая, правильная, металл хороший, но сыпется не в ту сторону. Нет, в ту-то сторону тоже сыпется. Нет, в ту-то сторону тоже сыпется. А так, ну, я про то, что изобретение какое-то неправильное. Заряжаем камушки под пиццу. Помидоры в собственном соку, Италия, добавили масло, можно оливковое, можно подсолнечное, Италия. Италия, соли по вкусу, Россия, Russian, сахара, Украина, Беларусь, ну ладно, потянет, и базилика. Подмосковье. Yes, of course. Ай, запахи дрожжевого теста. Что нужно сделать, чтобы бумага не скручивалась так, и удобнее было разворачивать. Сминаем. И расправляем. Ты начни пока рассказывать. Да я просто смотрю, как молодежь отвлекается. Эту капусту убираем. 4 сыра. И 5 минут. Надо поднять будет и посмотреть. А, потому что логично, температура тандыра большая. Логично, логично, да. Я уже чувствую запах. Да? Да, есть, да, есть. Коронавирус обед. Семь минут. 350 градусов. Надо провести эксперимент на ребенке, дать ему попробовать, и он скажет реально, получилось, не получилось. Иначе как бы это нечестно будет. А ребенок голодный или нет? Ну, я твой ребенок. Судя по тому, как он скачет, он голодный, ему понравится все. Слушай, ну, тесто получилось такое, знаешь, этот... Как в свое время было Пицца Хат.
Краешки вообще потрясающие. Вот прямо корочка вообще замечательная. Сейчас Кирилл еще спрямь. Очень секунду. Толстые. Ты пока это вы уже не съедят. Я как бы предполагаю, что пицца должно быть тонкое тесто. Это вот, как говорил, это пицца хат. Чего вы за сладкую все схватились? Это сладкое? Нет, да, сладкое. Я хочу вот это попробовать. Все, выглядит, потом. Я взял не сладкую. Взял эту, вон так. Хочу сказать одно. Это не Италия, это Россия. Это вкуснее. Ну. Сюда еще ветчины надо было набабахать. Ну, вот это вот низ вообще прям. Слушай, ну... Не поджарился был бы. Ну, это вкусно. Ага. Это не пицца. Это скорее ближе пирожок. Это пирог. Да, это больше пирожок. Угу. Но при этом... Слушай, ну тандыр рулит. Однозначно. Угу. Вот это жирное, почему больше жирное? Это сыр, кто-то кричал, мне больше сыра, больше сыра. Это сыр протекает. Это сыр, да. Сыра да? Много нельзя, начинки много нельзя, соуса много нельзя. Краешки вообще обалденные получились. Корочка вообще прям вообще классная. А так вообще бомбически. А какую я не пробовал? Я вот эту не пробовал, да? Давай быстрее, на нас падает.